Так, ну Алины. И пойдем сюда. Город вместе оставим на потом. Нет сценария. Обычная битва. Враг рядом. Если мы захватим их города, им придется уйти из этих мест.
Вотлы оказались слабым противником. Мы победили! Ну и тут уже выбор встает следующим ходом нападать на нее. По-моему, тоже ничего особенного, обычный бой должен быть. Здесь как-то сценарий уже меньше. Только в столицах и вот здесь жад интересно. Лучший вариант это, чтобы побольше очков за ход было. Вот по 2, здесь 4, нормально. Ну и то же самое за Винч. Ленора поможет. Насчет Пулитера не знаю. Любого, в принципе, можно прокачанного.
Вотлы оказались слабым противником. Мы победили! Такая же ситуация. Так, у Ленура один вкачать осталось. У этих всех по 10 очков. Ну и Саву не вкачивает. Вот тут встает вопрос. Если идти сюда, то это сюда встанет. То лучше сразу ее отгонять. Нажат, конечно, нежелательно идти сейчас. Лучше сделать так, чтобы можно было погонять вот эту вот шок туда-сюда, вот на вот этих двух территориях. Ну дальше самое интересное, вот здесь вроде как обычный бой, а здесь город вместе можно построить, точнее получить. За Алинов и за Винчи, это будет интересно.